Специальную материнскую плату для майнинга представила компания Asus. Материнская плата H370 Mining Master представляет собой обновленный вариант, представленный в прошлом году B250 Mining Expert. Главной особенностью более нового устройства является поддержка до 20 видеокарт. Кроме того, устройство оснащено встроенной системой мониторинга состояния подключенных видеокарт. Для памяти есть два слота. Оснащение платы включает два порта SATA 6 гигабит в секунду, 6 портов USB 3.1, 4 порта USB 2.0 и 1 гигабит Ethernet. Новое железо, как обещают в компании Asus, станет доступно в третьем квартале этого года. Цена устройства пока неизвестна, а широкой публике его представят на следующей неделе в Тайване в ходе проведения крупной компьютерной выставки Computex 2018.